Ребята, всем привет! Вот решил затестить игру Killing Floor 2. Первую часть я не играл, но вторую я уже запускал. И в принципе игра ничего такая. Значит, по настройкам все на ультра, 16-кратное сглаживание, вертикальная синхронизация выключена. Так, что тут у нас со звуком? Музыка. Музыку включаем. Так. Давайте. Я тут как понял, тут, по-моему, рандомные карты, да, то ли чё, потому что я... Хотя их тут можно выбирать или нельзя выбирать. А, можно выбирать карты, да? Или нет? Ну, в общем, пофиг. Поехали. Не знаю, как сейчас с записью будет, но без записи... 50 кадров, 50-55 кадров выдавало. Это при том, что, повторяюсь, ультра настройки и 16-кратное сглаживание. Мне почему-то эта игра очень напомнила Doom 3. Ну, что-то вот такое. Doom, что-то вот такое. Я помню, как раньше в онлайн бегал. По карте мочился тоже. Killing Floor, Floor 2, Floor 2. Так, что тут у нас? Ready, ready up, готов, готов. Ну, 54-55, в принципе. В принципе, так же. Так, где-то у нас пистолет есть. Ух ты! Иди сюда. На. При этом прикольно очень сделано. Бошки разлетаются. И он еще двигается. А, по ноге. А, все. Сдох. Ну, как мы видим, то есть вообще игра идет, просто летает. Просто вообще. Нож еще есть. Вот я что-то не понял, только вот для чего вот эти штуки, как им пользоваться. То есть вроде нажимаю. Ну, пишите в комментариях, просто я особо не играю вот в такие игры. Вот. Давайте дальше, да, пройдем. Мониторчик. А, при этом очень прикольно так стекла бьются, мне нравится. То есть они так кусочками разлетаются, да? А если из дробовика, вот смотрите, целое стекло, да? Оно сразу разлетается. Вот это мудно сделано. Так, а патрончики тут тоже ведь, наверное, где-то есть, да? Процессинг. Ого, уже посложнее противники пошли. Эй, иди.
up. Сейчас еще одну карту посмотрим. Потому что они здесь, я так понимаю, разные выпадают локации. Затестим еще одну. Вообще у меня на канале будет выходить очень много разных видео про разные тесты производительности последних игр. Только которые вот будут осенью в основном выходить. Потому что сейчас особо никакие игры не выходят. Вот. Так. Что тут? Вот как вот этой пользоваться? Ведь написано 100%. Что тут надо нажимать? Может настройки посмотреть? Options. Так. Controls. CS. Так. Tab. TZB. Fire, так, стрелять. G, F, R, Q, V. Look alive, Dead's paying us a visit. А, во. Да иди отсюда. Так, подлечимся. Давайте еще одну заценим карту. Что-то очень много тут зомбаков. Какой-нибудь автомат бы что ли сделали, а то с дробовиком как-то. Он перезаряжается так долго, а зомбаки так быстро бегают. Если они в тебя вцепятся, то вообще походу сложно очень от них уйти. Во, какая-то... А, в городе будет карта. Во. Вот эта карта мне напоминает вообще вот как Resident Evil 4 в Токио-то у них было. Что-то похоже. Ух ты. На тебе. Так, как-то непонятно стрелять это. Очень прикольно сделано. А если в ногу стрелять? А, нога отпадает. О, нифига их тут. Сколько краевища. Ну, в общем, ребята, на этом все. Кому понравилось видео, я буду рад лайком. И также подписывайтесь на мой канал. Всем пока.